Также остается открытым вопрос о циферблате. Он тоже находится в очень плохом состоянии. Он разбитый, отсутствуют детали, нет стрелок. Ось секундная на месте. Вот тут прям удар был такой конкретный. Ну, корп про корпус вы уже знаете, его нужно отправлять к ювелирам. Вот, по поводу циферблата. Возможно, Возможно, кто-то подскажет или у кого-то есть видение. У нас-то оно есть, но нам нужно как-то вас зацепить, чтобы вам было интересно. Может, вы угадаете, что с ним будет. То есть этот циферблат однозначно будем снимать. Есть два варианта. Или ставить полностью новый, или же восстанавливать этот. Насколько это рентабельно и есть ли в этом смысл восстанавливать этот, пока не знаю. Нужно разбирать, смотреть. Ну, состояние, состояние вот такое. Но мне кажется, это даже более ценный предмет становится, когда он попадает к вам не в идеале, а конкретно, конкретно с такими проблемами и вопросами, которые нам с вами, друзья, необходимо будет решить. И решить их нужно будет как можно быстрее и качественнее. И я больше чем уверен, что эти часы в итоге получатся очень крутые. Поэтому следите далее за нашим проектом.